Данное видео будет о обнаруженном объекте в Туве, который некоторые люди называют якобы там древним айфоном, древним телефоном, который якобы, ну, имеет форму его. Согласно официальной версии, этот объект был обнаружен в 2016 году. Археологи откопали в Туве предмет, который не сильно напоминает модный гаджет. Размеры данного предмета 18 на 9 сантиметров. Украшен драгоценными камнями с добавлением бирюзы, сардолика и нефрита. Возраст предмета датировали приблизительно 2137 лет. Рядом с предметом на теле скелета девушки были обнаружены китайские монеты, и по ним удалось точно датировать данный предмет. В Туве работает археологическая экспедиция Института истории и материальной культуры Иран под руководством профессора археологии Марины Килуновской. Их интерес вызвал данный могильник Ала-Тей. Данный могильник расположен на острове в зоне Саянского водохранилища и доступен для работы археологов только в очень жаркие месяцы года, когда падает вода в водохранилище и туда можно добраться. Ну, пересыхает водохранилище. Данный предмет археологи определили как верхняя пряжка, ну, как пряжка ремня, для украшения для ремня. Там есть характерные отверстия для крепления на ремень. И во время расходок данный объект был расположен в области, где должен быть находиться ремень. На теле, на скелете тела этой девушки. Сама же девушка относится к периоду Хунну, Сюнну, Хионгну, согласно китайским этим. Вот это гунны, местное воинственное монголоидное племя, которое проживало в том регионе. Дату примерно в 2137 лет определили по китайским монетам Ушу, которые были в ходу на рубеже старой и новых эпох. Именно по самой древней монете определили, ну, какого периода данный талисман. Хотя теоретически он может быть, конечно, и древний. Нашел данный предмет археолог Павел Леус в 2016 году. Он определил, что ему приблизительно 2000 лет или более. Он инструктирован бирюзой, сердоликом и перламутром. То есть есть два варианта, какие-то камни, точно неизвестно, какой именно из них верный, что либо последний вариант, либо перламутр, либо нефрит. Пояс данной женщины был украшен китайскими монетами Ушу, с помощью которых научные работники без труда определили возраст захоронения. Самая старинная из всех монет этого типа была отчеканена китайскими мастерами приблизительно 2137 лет назад. Что говорят научные работники, археологи, историки по данному предмету? Они сказали, что таких пряжек много. Ну, именно такая пряжка, она, конечно, уникальна, удивительна. Других таких они не встречали. Они все в один голос сказали, что это действительно уникальный предмет. Но таких пряжек подобных есть много. Ну, не именно таких, а более простых, что как бы каменные пряжки очень часто встречаются как предмет украшения, возможно, именно женщин. Есть и бронзовые пряжки, я покажу видео. Но вот именно данная пряжка, конечно, уникальна, и все сказали, все археологи заявили, что это самый ценный, уникальный экспонат, который они видели, и другого такого они никогда еще не встречали. Это действительно очень уникальный предмет. Как бы шедевр зодчества древних гуннов, древних гуннских мастеров. Советую посмотреть всем данное видео, чтобы хотя бы понять, увидеть, что предметы данного периода, что носили люди данного периода. Гуннские племена – это воинственные монголоидные кочевники.